Всем привет, с вами Дарк. Итак, мы продолжаем Dark Souls 3. Дальше в замок Лотрика я пока что не пойду, потому что меня манит пик драконов. И надо пройти этим путем. Путем драконьей медитации. Судя по трупам, немногие дождались прихода. Крик Назгула оповестил нас о том, что мы прибыли. Хотя я вообще подозреваю, что это типа сон, мираж все. Так, идет какой-то. Ни хрена себе. Это такой полудракончик маленький. Собственно, как пройти к сокровищам? Никто не подскажет. Хиромантия души. Твою мать. Перестреливать с таким луком не резон все это. Дерьмище. Спрыгнуть? Там, похоже, смерть. Так, там пиромант, всем пиромант. Не подойти там, шары эти дебильные. Твою мать, еще какой-то драконоборец, блядь. Что это такое? Еще драконоборцы. Твою мать, сколько тут драконоборцы. Да чье, а? Ты меня тут режешь-то, а? Ни хрена у тебя кульбит. Драконы... Не до драконы. Да, что умеют в третьем дарке, это организовывать встречи, обломки. Подожди, а тех надо убить, наверное. Сзади они, наверное, будут стоять. А, костер, ё-моё. Вообще так нарисован. Но костер нужен. Товарищ, не алё. Товарищ умер. Так, отлично. Большие осколки.
Так, ладно. Обломки, обломки. А кусков нету. Ну, думаю, мы тут потеряем уголь и не раз, поэтому сойдет. Все как-то загадочное, смотрю, там решетка. Там обрыв. Подозрительно. Так, там один. И там один. Ну, что-то какие-то они неактивнее. Твою мать. Активнее они. Еще как активные. Это какой-то вообще уже почти дракон, я смотрю. Ёптыть. Каждого моба мувсет на 360 градусов. Щит с древним драконом. На нас не пойдет, нет. Деревянный щит с изображением древнего дракона очень медленно восстанавливает здоровье. Рисунок выполнен в изящной, но весьма сложной технике. Древние бессмертные черты древних драконов еще можно обнаружить и у их потомков, людей-змей, что им и не снилось былое великолепие. Я так и понял, что это потомки драконов, ибо они какие-то... они чем-то похожи даже на змей из этого. С крепости Сен. Те тоже так шею вытягивали. Сейчас на голову выпрыгнем мне. Кольцо власти над молнией. Круто. Что про него пишут? Кольцо власти над молнией. Кольцо в форме руки, схватившей желтый камень, усиливает атаку молнии, но ослабляет поглощение урона. Старая лондорская легенда гласит, что зов колец власти всегда достигал ушей трусов, которые иначе просто сдались бы под тяжестью отчаяния. Хрен знает, что написали, ну ладно. Лондорская техника. Обломок, обломок. Надо будет апнуть лук наконец-таки когда-нибудь. Ну что-то я вообще не вижу ни одного дракона. Зато я вижу статую. Верно. Да ну нахрен, вы чё? Надо валить от нее.
Да чтоб тебя, бля. Выросы кругом. Бля, это же цепочка петушана. Давай быстрее, коробкайся! Твою мать, быстрее, быстрее! Я не знаю, что происходит. Это полный. Не нравится мне эта локация. Так, что пишет? Слабое место — голова. Удар в падении, ну ни хрена себе. Камень драконьей головы. Хрена себе. Сто пять тысяч. Пойду-ка я разменяю их. Камень драконьей головы дает драконью голову и огненное дыхание. Камень, пропитанный мощью пресносущих драконов, используется в тайном ритуале пути дракона. Позволяет получить голову дракона и драконье дыхание. Это изменение необратимо до самой смерти. Выбравшие путь дракона стремятся к совершенной имитации. Ритуал головы дракона – первый этап грандиозного превращения. Верно, душа не упала, только камень. Кстати, странно, что тут нет ковенанта пути драконов. У нас просто голова и тело, которое просто можно найти. Ну ладно, пойдем дальше тогда. В общем, я снова решил на пик драконов сгонять, потому что там в локации что-то бонусов куча была. А нам тут все это помешали, куда-то телепортировали. Не знаю, тут врагов было просто уйма. Да, думаю, локация тут еще та. Если замок Лотрика, это... Ну, вообще, конечно, был... Черт. Какая-то крутая статуя. Местный божок. Большая душа. Может, тут и нечего делать, хотя как нечего, тут сокровище, уголь, навозный пирог на веревочке, смешно. В общем, говно на палочке. Может, тут и ничего. Так, ну там наверху еще предметов куча. Ладно, пойдем зачищать все это дело. Может, они сейчас присмиреют, когда я виверна убил. Присмиреют. Идет один с щитом.
странно, а тот хоботоголов, который был после Ацейроса, был какой-то вообще слабый. Этот же наоборот. Вернее, эти какие-то пипироманты. Некроманты. Так, урна молнии. Туда можно прыгнуть. Ага, еще, то потом. Удар в падении. Это все надписи, чтобы пробежать, куда мы бежали, сломя голову. И вообще такие вещи без спойлеров не даются, блин. Так, иди сюда. Нет, не хочет. Как сказал бы наш друг из Катарины. Так тут сокровища. Сокровища и, блин, жуткие мобы. На голову, бац, прыг, ага, так и думал. Братство больших осколков. Эй, чел, выходи. Так, подожди, тут башня какая-то. Спускайся. И шачила. Так, это большой, да, с топориком? Ну ни хрена ты сушишь руку. И не только руку, но и ногу. Сука, опасная тварь. Громовые болты.
Так, огромный, блин, наверное, опасный. Чертила. Оружие такое мощное. Маленький мерзкий. Своим шпателом через щит батарею пробивать. Что за придумали этот, блин? Щит 100% физический урон. Или он магией херачит? Так, а это что такое? На этот раз. Что такое? Не хочу я такого. Я еще предметы не собрал. Что-то у них тут вообще запустение на этом пике драконов, я не знаю. Почему никто не следит? Все ветхое. Ковенанта нет, не существует уже долгое время, блин. Да, все правильно. Никаких потайных спрыгов нет. Да я думаю, я хрен тут найду чё. Еще? Ух ты! Это Хавель. Мне не парирующий щит, это пиндец. Вон броневой. Ну пиндец, а? Ненавижу хавелей. Ну, хотя... Что-то такое было. Иди ты наглая морда, а? Закаменел, блин. Так, откаменил. Вот и шахта, да?
прыгает, прыгает, прыгает. Зуб дракона, большой щит. Бесконечный дедмач, что ли? Иди нахрен. Так, вообще мне это не нравится, что у меня эстуса ни хрена нет. Так, его кто-то вызывает, блин. Зынь-зынь какой-то. Еще один. Что это за вещачина? Оно вызывало этого парня. Я так понял. Так, ну ты чё там, парень-то? Шмотки он не даёт. Так, только вышли, сразу начали нам втыкание какое-то творить. Блин, а тут маромойцев толпа. Ни хрена ты из засады, а? Вот урод, а? В принципе, этот урод на два удара. Как, в общем-то, и те уроды он два. Бля. Извиняюсь. Подходят, подходят такие, невзначай, да? Наверное, из-под щита лучше бить, иначе. Обломки иногда падают, но это круто.
Большой молот, зуб дракона. Оружие, созданное из зуба красносущего дракона, никогда не ломается. Эта дубина и огромный, похожий на валун, щит – наследие самого Хавила Скалы. Оружие наделяет владельца устойчивостью к магии огню, навык непокобелимость. Умопомрачительный, твердый и тяжелый большой щит, высеченный прямо из каменного валуна. Этот щит вместе со знаменитым зубом дракона принадлежал легендарному Хавилу Скале. Щит полон особой силы, напоминающей о самом Хавиле. Навык каменная плоть. Поднимите щит беззвучной молитвой, и тело обернется сплошным камнем. Всего лишь 40 силы. Слушай, крутой щит. Он там, правда, действует 3 минуты. 3 минуты. 30 секунд. Большой осколок. Башня какая-то. Все как-то подозрительно. Враги достаточно жесткие. Так, там куда-то спуститься на леса. Хрен знает, оно не надо, я лучше сверху полазил. Черт, все в упадке, явно. Кольцо с громовым камнем. Вот это вот круто. Против молниевых там дракошек всяких. Факт, там еще виверна есть. Живая. Вообще как-то все подозрительно. И, кстати, блин, надо, наверное, вернуться ту часть осмотреться, потому что я что-то пошел сюда сразу. Ух ты, ёптить. Как же можно напугать человека, незнакомого с методологией. Еще один шитус. Враги какие-то странные. Бьют сильно, а сами слабые. Никого больше нет. Титанитовая чешуйка. Кто рычал? Там какой-то предмет. А тут, наверное, рычали петушники. Ой, блин, туда еще дорога. Ну, чешуек тут знатно дают вообще. Так, а это главный вход, я понял. Ой, а это кто? Ух ты! Тихо,
Титанитовая чешуя, мерцайка, ну ни хрена себе. Кто это был? Генмодифицированная ящера? Ящерка? Так, осмотреть. Копье драконоборца. Ни хрена себе. Копье с перекладиной, принадлежавшей драконоборцу Арстейну. Оружие богов, наполненное силой молнии. Двуручный колющий удар, задействующий перекладину, требует недюжинной мощи. Зато позволяет вонзить оружие глубоко вплоть дракона, а человека пробить насквозь. Навык громовой натиск. Атакуйте в рывке, удерживая копье на уровне пояса, пока наконечник не окутают молнии, а затем выпустите эти молнии с заключительным выпадом. Так, а это что за лифт? А, ну это как раз, ух ты, ну это просто шуткат, непонятно зачем. На случай, если мы тут будем PvP играть, видимо, туда-сюда бегать друг за другом. Ладно, друзья, ну я думаю, на первую серию о пике дракона хватит. Спасибо за просмотр. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока. После убийства первого рыцаря дракона, на том месте, где мы нашли жест, мы находим сет шлем крови дракона, доспех дракона, шлем крови дракона, броня, какую носили рыцари крови дракона. Говорят, что красная ткань символизирует их жажду крови. Вера в драконах многие века владела сердцами и умами воинов разных стран. Вероятно, их привлекала немногословность этого учения. Крови дракона. Двуручный меч рыцаря из ордена, почитающего драконью кровь. Клинок покрыт гравировкой, символизирующей драконью кровь. Он наносит урон магией и молниями.